никогда не думала, что 100 баллов возможно получить. Она мечтает стать президентом, ну или как минимум дипломатом, а пока закончила самую обычную казанскую школу 89. И единственная из класса сразу два предмета, русский и историю, написала на 100 баллов. Ее уже пригласили в МГИМО, в высшую школу экономики. За свои успехи Гузель благодарит учителей. Именно они дали именно такой зачин для того, чтобы мне нравилось учиться, чтобы... Достигала я высокие результаты. Отпустить дочку в Москву мама, может, и не хочет, но теперь придется с первого класса ни одной четверки, при том, что учиться никогда не заставляли. Главное – это она сама. Стремление ее, желание ее учиться. Невероятную жажду знаний и упорство в подготовке к ЕГЭ проявил и Инсаф Файзрахманов из Кукмарского района. Вырос в самой обычной учительской семье. Мама математик, папа физик. Золотая медаль и самые высокие по республике 393 балла за 4 экзамена в таком контексте кажутся закономерными. Ноутбук, компьютер. Я с детства мечтал стать программистом, поэтому мне нравится все, что связано с гаджетами. Пожалуй, самое важное в этой истории то, что все предметы он изучал на татарском языке, даже химию и физику. Его уже пригласили в один из вузов Санкт-Петербурга, но в северной столице он предпочел Татарстан. Поступает на программирование в КФУ. Треугольник родитель, вот еще была. Должен быть тандем, треугольник, родитель, учительница, ученик. И семья серьезно должна быть заинтересована в результате, и сам ученик. На августовской педконференции с Инсафом и другими 100-бальниками Татарстана встречался президент Рустам Миниханов. Он отметил, ваши успехи – это оценка качества системы образования всей республики. Отдельно поблагодарил родителей и учителей. Без родителей это не получится, и ваших педагогов, которые вот, благодаря которым, не только вы никогда на себя все медали не вешаете, вот они создали вам все условия, чтобы вы достигли вот такого уровня. Теперь их ждут лучшие вузы страны, а потом, как они говорят, лучшее место на земле – родной Татарстан. Как отметил президент, здесь будут созданы все условия для их работы. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.